Отчетный концерт детской школы искусств – это своеобразный экзамен преподавателей и учащихся. В ДШИ номер 4 дети учатся играть на музыкальных инструментах, вокалу и хореографии. На международном конкурсе фестиваля музыкального искусства «Талант» скрипачка Елизавета Старилова стала лучшей. Я очень благодарна своим преподавателям за то, что они научили меня музыке, за то, что они меня научили чувствовать и уметь жить. Доказывает виртуозное мастерство на различных конкурсах фортепианный дуэт в составе Артема Меркулова и Екатерины Смирновой. Музыка – это часть души. Музыка должна вливаться из сердца. Я придумаю обязательно себе рассказ, который я пытаюсь передать людям через музыку. Гордость школы Нона Бадалян. В апреле на Московской областной олимпиаде в сложнейшем теоретическом конкурсе по сольфеджио стала лауреатом, причем четвертый раз. Обычно я учу то, что идет по программе, и дополнительно беру то, что мне самой является интересным. Мы всегда готовимся к конкурсам так, что мы знаем больше, чем нужно. И когда мы туда приходим, там дает все намного легче того, что я знаю. В успехах Ноны заслуга ее преподавателя Людмилы Тарасовой, которая также возглавляет педагогический коллектив школы искусств. Она человек с большим сердцем, очень любит работу и учащихся. Когда школа открывалась, контингент учащихся составлял 201 человек. На данный момент у нас обучается 346. И, конечно, тут и многие специальности заново были открыты, и хозрасчет вот мы начинаем развивать, и есть еще новые планы, задумки. В школе есть чем гордиться, и администрация Воскресенского района говорит огромное спасибо коллективу и ее, можно сказать, на протяжении более 20 лет бессменному руководителю Людмиле Леонидовне Тарасовой, которая своим самоотверженным трудом сохраняет это первенство. Я искренне хочу поздравить вас как руководителя, долгие годы возглавлявшего эту школу с этим прекрасным праздником. Также весь ваш коллектив и особые слова благодарности детям, которые проводят время за музыкальными инструментами, изучают сольфеджио, то есть и трудятся для того, чтобы постигать, наверное, самое прекрасное, что есть в этой жизни, это наше искусство. В этот вечер учащиеся школы, их наставники заслужили аплодисменты и цветы. Лучших преподавателей отметили наградами. Елену Бондаренко наградили благодарностью губернатора Московской области. Вспомнили на юбилей и тех, кто стоял у истоков создания школы искусств, кто передал детям свою любовь к музыке и мастерство. Среди них заслуженный работник Московской области Владимир Иванович Тяпкин. В школе искусств за 35 лет выпущено более 1000 учеников, усовершенствована инструментальная база. ШИИ присвоена высшая категория. Здесь сохраняется преемственность поколений и остается неизменным стремление воспитывать детей не просто профессиональными исполнителями и вокалистами, но и настоящими людьми. Евгений Светлый, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.